поскорее, пропадет, затвердит, загустеет. Огня давай, огня! Святая, всепрощающая заступница наша, Дева Мария, благословите. Сколько тебе сейчас лет, мальчик? 23. Я впервые сварил такой лак, когда мне было 43. Но это не тот лак. Как не тот? Он может навеки сохранить скрипку, придать ей необычайную красивость. Но настоящий лак заставит ее звучать неповторимо. Этот не может. Ну как же это? У меня есть еще две добавки. Но ты должен найти свои. И, может быть, найдешь какие-нибудь еще другие, которых я не знаю. И тогда сделаешь свои скрипки лучше, чем я. Но... Никаких «но». Ты можешь стать гением. Если, конечно, захочешь. И запомни, гении всегда стерегут на пути, как дорожные грабители, три врага – праздность, богатство и слава. Они, как сирены, подстерегают гения и всегда набрасываются на главную его добродетель – трудолюбие. Но, учитель, вы же и богаты, и прославлены. Видишь ли, эти сирены особенно обольстительны в молодости. Ко мне они пришли слишком поздно.